Кому-то понравилось мероприятие, очень многому с ребенком научились. Да, теперь мы знаем, как выражать свои чувства, эмоции, и будем в дальнейшем практиковать, тренировать, приходить к вам на семинар. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. С огромной благодарностью отсюда ухожу. С ощущением легкости, радости. Наверное, как бы решение каких-то своих проблем. Я очень рада, что понравилось сыну. Очень рада, что он чувствовал себя здесь комфортно среди других детей, выражал свои чувства. Когда можно выразить свои эмоции, быть открытым, счастливым, радостным человеком, это большое счастье. Спасибо вам огромное за это. Я думаю, что вы очень многим людям еще поможете раскрыться. Спасибо. 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 Вадим Сергеевич, что-нибудь скажешь? Тебе понравилось? Понравилось. А что больше всего тебе понравилось? Мне больше всего детей. Ну все, пока ты придешь еще. Ну, здорово, спасибо. Большой благодарностью к тому, что вы делаете, потому что это возможность на пути к себе без слов выразить то, что ты хочешь, то, что у тебя недосказано, и навести в этом общем порядок. Потому что в эмоциях, к сожалению, мы сейчас не щедры, и в чувствах тоже. И будьте бессознательными, чтобы было легче и радостнее жить, а на самом деле счастье, наверное, это то, к чему стремится каждый человек. И вот это кусочек счастья, я думаю, что людям это важно. Спасибо. Спасибо. Все, вы хотите, с тобой начните, кто хочет, я уже записываю. Ну, в общем, это супер был позитивный вечер сегодня, потому что мы рисовали, мы баловались, мы дурачились. И это было всей семьей. Да, мы научились выражать свои чувства, эмоции, понимать друг друга. И узнали, что бабушка у нас умеет рисовать, оказывается, очень даже неплохо, хотя она боялась. Ну, мне очень понравилось, что мы работали как-то... Сообща. Ну, да, было как будто в группе работали, хоть каждый рисовал свое. Ну, какая-то духовная связь была. Мы были все вместе. Ну, да? И скажи, я была грустная, а потом стала веселая. Потому что сегодня мы и рисовали, смеялись, и дурачили. И это было все вместе, коллективно, вместе. Все было очень интересно. Да. Знакомлюсь с девушкой Ксюшей. Да, Ксюша? Как ребят. Сначала плакала у нас, а теперь она у нас как теперь она смеется, да. Зайдем у вас позитивом и энергией. Спасибо вам. До встречи. До встречи. До свидания.